когда полтора года назад начал куда-то пропадать, я долго хотела добиться у него правды. Потом я узнала, что он был весь в долгах. Когда пришел просить у меня, я выяснила у него всю правду. Он, оказывается, играл в автоматы в игровых залах. Когда год назад в Москве запретили игровые клубы, я очень обрадовалась, думала, что наши отношения наладятся, и он просто бросит играть. Но он нашел подпольные залы, началось все сначала. Мы расстались. Я просто думаю, что таких людей можно судить, но они такие же люди, такие же граждане, как мы все. Думаю, что нам просто нужна, им нужна наша помощь, просто закрыть все игровые залы.